Ладно. Ну, хочу показать. Ну, вот у меня наложены миски, да, ребятам еды. Ну, вот, хочу показать, что из чего состоит их рацион. Так, сюда одну не доложила, извините. Ну, потому что собаки кормлю через день, как бы. У нас каша на колбасе, колбасу мне передает одна из девушек, Майя, помогающая мне в группе. Вот, спасибо ей огромное, вот, за колбасно-мясные изделия. У нас вот таких вот три куриных грудки, кашка, каждому по 6 голов и косточка. То есть вот так вот я каждому мисочке раскладываю ихнюю еду, вот, потому что деньги присылаются именно на питание собак. Когда у меня бывают какие-то экстренные ситуации, то, естественно, я уже открываю отдельные сборы. Вот. Где-то что-то остается, бензин. На бензин я не собираю. Как бы бензин это мое, да. Вот. Потому что, ну, мы финансово еле выживаем. Спасибо вам большое всем.